Так, удочки приготовил. Сейчас будем забрасывать. Вот такой дикий водоем. Неизвестно, что с ним. Какая рыба есть. Я в хвост встал, где помелче. Вроде бы видны всплески рыбы. Буду надеяться, что кроме карася тут есть и что-то покрупнее. Я сегодня не один. Со мной вся команда. Вот уже камыш рвут. Готовится к рыбалке. Там мелкий ищет что-нибудь покушать. Все четко. Сейчас будем готовить прикормочку. Наконец-то пришел и тот день, когда я могу уже через YouTube вам презентовать новую продукцию. Вот так, друзья. Такого оранжа красного, красной упаковки у нас фидер найдет, прикормка. Разных ароматов и цветов. Вот, например, тут у нас зеленый чеснок фидерный. Вот с другой стороны можете понаблюдать фракцию. Есть такое окошко. Тут у нас карамелька. Также фракция и цвет. А тут уже у нас идет карповая серия. Тут у меня тутти-фрутти. Тут не полная пачка с производства. А вот полная. Вот так она выглядит. Надо немножко подвигать. И вы сможете понаблюдать фракцию. Вот такая классная фракция. Можно в стики, в ПВА пакеты вместо пелица ставить. Тут у меня тоже не полный пакет. Тоже двигаем. И смотрим на фракцию. Вот так. Ну, я открою сейчас пакет. У нас тут идет мед. И ТТХ. Во всех есть ТТХ оригинальный. Плюс тут еще ароматизатор ТТХ. И многое другое. Кто уже попробовал, напишите в комментарии ваше мнение. Ну что, давайте приготовим немножко прикормки. Пакеты уже другие. Намного легче рвутся. Вот такая классная фракция. Сейчас насыпем сюда. Смотрите, друзья, какая фракция. Крупненькая такая. Вообще шикарно. Это у нас карповая серия. Это аромат просто вот этот Honey TTX. Просто бомбезный. И что я там еще хотел немножко? Тутти-фрутти хотел. Тоже неполная пачка у меня. Так, не хочешь так. Будем так тебя открывать. Вот так, смотрите. Какая красота. Компоненты просто высшего класса. Так, я немножко водички тут с водоема взял, придется еще добавить, я думаю. Сейчас втянет в себя воду. Сейчас она ведь и не прилипает еще. Но начинай. Красота. Опухали частицы. Он начинает прилипать потихоньку. Сейчас будет идеальный. Видите? Класс. Пусть приготовится. Для тех, кто не знает, как ее готовить, на упаковке есть, конечно, инструкция. Насыпали, добавили нужный объем воды. Перемешали и ждем 15 минут. После этого начинаем рыбалочку. Так, у нас очень яркое солнце сегодня. Около 25 градусов будет тепла. Вот так я 4 удочки приготовил. На одной у меня идет флет в масс-маркете в Кишиневе. У Олежки был. Купил флет вот с такой трубочкой, чтобы не путался крючок. Не волосная оснастка, обычный крючок
0,16 поводок из лески. И, конечно, я у него недавно приобрел дайву ниндзя и катушку дайва ниндзя. Шикарные фидера по очень хорошей цене. И поменял наконец-то шнур. В тот раз у меня был 4-жильный. Он вот микрофон очень сильно шумит. Сейчас поставил спиннинговый 0,1 8-жильный. Шуметь уже не должен. Тут у нас тоже спиннинговый. Тоже дайва. Это N-Zone у нас идет. И катушка N-Zone. И фидер N-Zone. А тут два крокодила. Катушки разные. Там карповые. Тут типа карповые тоже. Так, не хотел свои карповики взять. Вообще думал только на фидера. Но у меня, ну, со мной дети сегодня. Так что думал для них так. Эти две подготовить, чтобы они тоже попробовали там потаскать рыбку одно другое. Как раз крокодилы для начала будет то, что надо. Смотрю, всплески уже ближе к берегу появились. Ну, какой-то мелкой рыбы, не крупной. Вот какой-то мелкий карасик, плотвичка. Ну, мы посмотрим. Никакого всплеска крупной рыбы я не видел. Но будем надеяться, что она тут есть. Так, давайте заряжать. Для флета я не принес этот форму. У меня вот такой классик фидер, паттерностер. Решил попробовать, почему бы и нет. Удочка у меня не одна, так что можно смело пробовать. Конечно, тут будет червячок и опарик. Все классика. Никаких попапчиков сегодня пока что. Они есть у меня, но будем начинать с этого и смотреть обстановку. Вот так. Не сильно прессуем, так как я увлажнил немножко. И забрасываем. Тут у меня клипса, я не знаю, насколько ее, но будем до клипса кидать. Потом, если что, ее менять. Поехали. Не добросил. Значит, она дальше. Пусть там стоит. Иногда даже вот такой длинный поводок работает. Пока нету ветра, шикарно. Давайте дальше пружину заряжать. Вот у меня тут вот такая пружина тоже. Крючок небольшой. Что? А куштати, я усе купата кума. Кушля рунг шпюрмы дискутем дис пескуит, бене? Дети хотят порыбачить. Терпение, друг мой, терпение. Вот так. Видите, фракция как остается целой. Не ломается. Но в то же время неплохо прилипает. И в воде быстро будет... Ну, достаточно быстро будет разрушаться. Так было задумано. Я кормить точку не буду, ни с помбом, ничем. Просто заклипсую удочки. Не сразу, конечно. В процессе рыбалки. И буду почаще забрасывать. Тут у нас поводок. Не должен путаться. Клипсы нету. Вроде как. Нормально. Ну,
Так, ребятушки, дальше у нас просто всем известная убийца карася. Ну, крючки, конечно, у меня тут карповые. Такие небольшие, но толстые. И решил попробовать. Давно не рыбачил на нее. Но мечтал снова ее попробовать. Вот так. И немножко так крючки цепляем, чтобы они не путались. Вот так. И все. Кидаем. Все простенько. У нас сегодня больше пикник. Отдых. Так что париться не будем. Опа! Опа! Тиси скайп мундится один на пол, все скажи на пол. А я сейчас рыми. О, клет. Клет. Уже была поклевка. Урамили. Такой удар. Этот крокодил прямо. Конкретный удар такой. Так, давайте поставим клипсу мы сразу, чтобы потом мне и тушь-то тоже нужна клипса. Эй, червячков не оставьте, хорошо? Вот, клипсу. О, что-то покрупнее прыгнуло. Уже поклевочка на фидер. На анзон. Уже поклевочка. Два раза ударил. О, и это тоже, смотрите. Поклевочка и на это. О, тати. Тати, уже клюет. И на то ударил. Только закинул. Но что-то не крупное. Что-то очень некрупное. О, сопротивляется. О. О, прежде он бежится. Или очень мелко, или ничего нет. С этим получается дальше всего забросить. Вообще шикарно летит. 30 грамм флет. Дальше всего. Так как она тоненькая. Тест до 120 грамм. Нету. На скушать. Смотрите на флет как держится. Я слабенько присаднул еще. Вообще... Слабее надо было. Да. Я. Даня. Трофейная рыба. Генгасуты!
Есть. Не крупный карасик. А, пойдет на жаровку. На жаревку пойдет. Тут тоже что-то, или нет? Тоже дергалась. А? Форма пентру. Метод. Интересно, ларвиди муск. О, ветерочек. Сложно будет. Ничего нету тут. Пусто. А кушать? Я мало то я не могу. Я пресекла. Ногой пресек. Ай. И куранка. Ай. Так, кто-то на флот клюнул. Пока я там пытаюсь разжечь огонь для мяса, кто-то клюнул тут. Красик. Ура, ай. На флот. Но флет, нет лопа. Вот такой карасик. Готовим угли. Сейчас будем мясо жарить. Все будет четко. Вот так. Красота. Удочки там. Ветерочек поднимается. Чо ротеш ты, ротеш ты, нечет шор? Ротеш ты, нечет шор? Ну ты граби, нечет. А, ротеш ты, нечет шор? Стой. Мына дичь. Сыне? Ротеш ты, нечет шор? Ци мына унеца дрепт. Ашал, кондучу не стребу ци, да? Ну ты грабешь. Ты уйс лаш лавырфу унеци, ты уйц. Te uiți la vârful unții fără emoții, dezemoții. Aici îl aduci, uite la mine, vpravă, încoace în dreapta. Așa. Atent, așa, încet ușor. Ușor, încet ușor, nu te grăbi. Este? Lasă-l eu. Încet ușor. A, se duce, frumușel, stai, stai să slăbim o leac. Hai, prea mult. Așa, îl aduci că e cărpuștean, îmi pare, stai. Я думаю, карпик, давай, давай. Ничего, еще ролл форца ломал. Аккуратненько. Если не надо, то... Ну-ну-ну-ну-ну, тут и окей. Аккуратненько. И Мари, крупный. Ничего, ничего, а? Ничего, ничего, крапу! Амбрезу на Мари! Крапу! Амбрезу на Мари! Да. И Мари, мустец! На убийцу, ну мимо. Все, отпускайте. И дай дурмула есть такой краб. Краб есть прям миг. Но. Или либерать. Есть и краб, есть и миг. Карас ловим, краб, ну нечет, моя праптика дай, ну ларунчи, и дай друму кумына, нечет. Аккуратненько. Ну, та-та-та-та-та. Пошел карпуш. Браво. Первая твоя рыба. Вот так, убийца карася. Но тут крючки карповые, и карп попался. Это все так было задумано. Кусочки вот такого пенопласта. Видите, как держится? Шикарно. Тут так и должно быть. Они особо не должны быстро скушать. Как с флета там корм, короче. Надо немножко воды добавить. Высыхает надо. Доувлажнять. Да, да.
Сел на Маймаре пешти. Самую крупную рыбу поймал ты. И бун. Да. Пусти его, ладно, вот так. Эта болезнь начинается. Вот с таких моментов. О, вторая клюет, смотри, смотри. Как? Моя клюет, смотри, смотри. Mm-hmm. Вот это клюет. Сейчас, сейчас, сейчас еще. Сейчас. Ой. А. О, тоже что-то хорошее. О. Диски до шумя. Блин. Ну, на рунка. Пентру тине си прия грея унца аса деа рунка. Пана când doar ai să scoți, bine? Ne învățăm a scoate. Pe urmă să ne învățăm a arunca, bine? Stai că avem un pește ce tot. Alte. Другую куплю. Полегче. Он особо не любил рыбалку. Сейчас загорелись глаза. О, подожди сейчас. Тут еще я собрал. Ну, о, то это Максим, да исключаешь ты. Кто-то есть тут бурный, не крупный, но злой. Карась. Матео, понял минчок? На сак около понял. Пештишору. А вот то. Hai, du-le în sac. Du-le la tigaie, lă-n buc, ți-va. Acolo du-și-o pune în sac și ăla, Matineu. Mateo, pe urmă pe tigaie, nu acum. Папа сказал на сковородку, но не сейчас. Дома пожар. Это в моменте. Прямо в клипсу. Вот так без закорма кормим точку. Так, колокольчик, потому что мы особо тут не стоим. Дай сюда. Я забрасываю, ты ждешь рыбу, понял? Так, все нормально тут, крючки держатся. Все. О, клипса. И колокольчик. Пошла жара. Давай. Так. Ля-ля.
последний. Вот. Все, пусть жарится. Мясо. Там мои рыбаки следят за удочками. Всем привет, ребятушки. 14 апреля. Я с семьей наконец-то вырвался на рыбалочку. Так больше пикник, чем рыбалка. Приехал на водоемчик, который взял недавно мой друг в аренду. Он пока не разрешает рыбалку, еще не определился, что будет делать. Плюс у него земли тут вокруг, он будет использовать и какой-то процент воды для орошения этих земель. А водоем уже так, для души и для своих нужд. Пока карасик не крупный клюет, карпик один, как вы видели, попался. Дети счастливы, вот так этой болезнью заражаются, этим вирусом рыбака. Я давно хотел, чтобы они испытали эти эмоции, но не были готовы. Вроде бы как начинают, ну как минимум старший начинает понимать, что это такое. Вот там стоит он, играется флотовой формой, делает вот эти формы, как в песочнице. Все классно. Попозже, может, попробую и чесночную прикормку, как бы я в надежде карпика так сделал карповую прикормку. Чеснок мы успеем, если что. Но пока сидим там в тенечке, будем кушать сейчас мясо и отдыхать, радоваться природе и погоде. Все классно. Что-то хорошее, ребятушки, попалось. Аж фидер так согнуло на флет. Так согнуло, так карпик, наверное. О, хороший. Так согнуло, чуть удочку не утащило. Только я закончил. Привет, а не, это карп. Это карп. Коррекцион, потому что крючочек маленький там. Еще. О, классный фидер вообще. Олежке спасибо, что порекомендовал. Легкий, но забрасывает. 30 грамм кормушка, летит дальше всех. Не, карпуша. Карпуша. А я этот подсак не подготовил. В машине. И ветер поднимается. Ну пока со стороны спины. Не, ну что-то он так сопротивляется. Покрупнее первого. То, что Максимка достал. Упертый, я вам скажу. Упертый. Я вообще не видел всплесков карпа. Думаю, что тут карпа вообще нет. Матео! Амон пеште мари! Вини ква! Видишь, Максимка, медленно, аккуратно, да? Ничего, шур, схватим. Сыну форце, ну, эти пеште лимари. Шкрылители сун слабе, ну-ка, латини. Лача, а та есть и крылители сун мой петернич. Так, я ему говорю, что на его там кормушки, крючки помощнее карповые, а тут для карася там фидерные, ну, водят. Не прямо трофей, но уже ощущения такие приятные. Он куда-то влево ушел, падут те другие удочки. Вообще будем без подсака его. А тут и мелко, в принципе, особо и некуда, негде его использовать.
аккуратно. Фрикцион, потому что тут все тоненько. Ну куда-то влево сильно ушел. Мами, смотри за мясом там. Ну, упертый, капец упертый. Это не маленькая рыба, я вам скажу. Нет, Атибо, это крупная рыба. Хорошая рыба, я тебе скажу. Хорошая рыбка-то. Смотрите, кап там вообще зачетный. Ой, Тати. Кстати, на лад минчогу. Сейчас пойдем. Да, 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 смотри, какой карпуша тут. Под остальные пойдем. Это парты. Вообще зачетный сазанчик. Ребятушки. Смотрите. Ну, ракани. Ну, не кричи. Иха! Сказал, сказал! Сказал! Только не в камыш! Сказал, Тари! Еще сильный, Тати, путерник! Да! Встань! Тати, вот клипса делает чудеса! Тати, Айсман таит! Браво! А, не разложил. Я видел, что караськи мелкие прыгают. Думаю, на не будет ничего такого. Сейчас достань. Не таких доставали. Не таких доставали. О, красавчик. А, маме? Как вам, ребятушки? Вот это рыба, да? Вот это, вот это, вот это, вот это, вот как сел. А мы не думали. Кватрак, тём пьёшь, щипчик. Ну, ешь. Я мне ещё на пасту насыпал. Сынка. Вот так. Карповая прикормка, карп пришел. Ну и на чеснок, я думаю, он бы тоже. И без волоса вот так. Я даже не снимаю старые опарыши. Просто насаживаю червячка. Тут местный подошел, снимал. Такое ощущение, что у них не часто так происходит. Но если есть один, там есть и другие. Ветерочек кто-то тоже очень хорошо в солнечный день. Кислорода побольше в воде. Плюс весна, он на нерест идет. Это тоже я как бы верил, что мелководье даст нам результат, но тоже и было немножко так и недоверие к этому месту. И в клипсу. О, идеально. Первый маленький, а второй уже такой. На сковородку самое то. А я там стоял, снимал приветствие для вас. И тут, как согнуло фидер, сразу было понятно, что что-то там не мелкое. Без закорма, просто кидаем в
ту же точку каждый раз. А. Кненте крапу траджи тари. Бабам. Păi nu așa te întinde ca vântul. Haideți la mâncare. Și-o banda. Vădici cu cuci. Op, op, op. Gata, ai vărsat tot. Ai udat curul lui Marcu. Tu, mama, mama voastră. Eu. Copilaș. Da, săbiraim viața. Забираем. Давай. О, уже готово, ты шо? Да. Давай, 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 они уже. Корочка была. А перед тем, как ты другое мясо, надо немножко эти угли еще добавить. Угу. Ну, так и карп есть, они не прыгали. Я не видел всплеск. Следил, следил. Лесков не было. Здесь это надо как буни. В сторону, в аупарте. Здесь это надо как буни. Я на двух языках общаюсь, чтобы они тоже учили параллельно. Это хорошо, когда человек знает много языков. У него мозг лучше работает. Это хорошо для его будущего. Отойди, отойди, лауапарти. Еще на самом отойди. Ферештите. Ферештите, отойди. Ферештите. Ну, стань мфум. Так. По программе у нас моя любимая свинина. Вот так. Такие ребрышки. Шикарные. Ну, сейчас эти, чтобы эта бумага полностью сгорела. Чтобы она тут нам не, на мясо не прыгала. На помы. И ставим. На помы. Опа. На помощь. Они уже слова знают многие. Вот так. Никого не слушайте, разговаривайте на любом языке. Язык это не политика, язык это знание. У мамы там спроси. И все, ждем. Спасибо. Так, спасибо. Дайте мне колу, дайте мне колу, дайте мне колу. Я не без куруса дам. Идем, мужчин. Салаты. Адрин. Мунди. Хлеб есть? Хлебушек, хлебушек. Чем сям на хлебушек? Хлебушек. Когнат. Пыника, пыника. Хлеб. Хлеб пыни. Да. Хлеб и пыни. Пыни. Да, сосискам сам наклеить. Когнат. Сосиска, когнат. Сосиска. Сосиска. Hai că ai un caras acolo. Nu, nu, nu ridica, trage cu mulineta. Așa, până la urmă. Gata. Dă-l la mine, atent, să nu rup vârful la mulineta. Nu. Așa. Ieți carasul. Scoate-i cârligul. Atent. Așa? Cum? Stai. Оп, гата. А призом пешки. Мои открыли уже сезон купания. Просто они в одежде заходят, уже нету смысла их удержать. Эй, эй, я ломал. Хайка, ну вода бойз вас колдац.
Așa, puțin la mal v-am dat voi să intrați, dar voi intrați cu totul, văd că. Ia fuga la mal. Будем лечить потом, если что. Ай, говорит, ничего, шор. Ничего, шор. Ничего, шор. Ай. Давай, рыбак. Да, твоя клюнула. Ай, ай. Крути. Крути. Ай. Ай. Крути. Что? Есть или нет? Мама, тут целая. Нету. Все? Нету. Так, поклевочка на попапчике. Попапчик поставил. И подальше забросил, да? Что-то там есть. Или флот тяжелый, 100 грамм. Тяжело идет. Не могу. Или зацепил что-то. Там бровки какие-то. Не, ведет. Это карп. Карп. Карп, Матео. Ады Минтёгу. Да. Борется. Не, мощный, мощный. Как будто цепляется за дно, так тяжело идет. Вину куян квачи сей пишет, лентренап. Заходи в воду. Дутин колу шпуню нап. Интарчу инверс. Инверс. Așa. Hai, pune-o în apă. La fund. O. Da, carpușa небольшая, da. O. În apă. Jos, 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 jos. Stop. Ridică. Este. Nu așa, la tine, prin apă îl tragi, nu-l ridici sus. Ne padne mai visoko. Nu, așa, o, o, pravilno. Așa, corect. Și acum ești la mal. Hai. Pune un coace. Небольшой карпик на пупапчик. Я поменял. Сейчас еще буду менять, наверное. Побольше флетов и с попапчиками, чтобы карась не беспокоил. О, вот такой сазанчик, полон икры. Так как водоем дикий, тут рыбу особо не запускают. Вот они, сазанчики, смотрите, какое пузо. И отпускай. Иди. Иди на нерест. Давай. Готовься. Маленький, но ты уже мамка. Ух, пошел. Вот такой 8 мм попапчик. И откорм крючки. Олега взял, под конец покажу и пачку. Хорошие, недорогие крючки.
Так, делаю еще один флет. Вот такой подрезанный в виде переца попапчик. Флюорокарбоновый поводок. Как бы вы уже видели в одном из видео, как я их делаю. Волос из нитки, волос. А основной поводок из флюорокарбона. Так что вот насадка подвижная. И вот такие крючки от Корум. В масс-маркете купил у Олеги. Очень интересные крючки, 10 номер. Вот такие. 8 серия. Грэплер. Все, тут 70 грамм. Есть вот такой на 100. Тоже в масс-маркете купил. Может, сейчас на крокодилы тоже поменяю. Еще два флета. Вот еще на 70 есть. Но думаю, может на 100 поставить. Или на 70. Так, жена достает. Есть? А у нас что-то есть там. Я заскучаю. Стой. Давай. Я в рот я соскучаю. Надо какой-то нужен бак. Я тебе грел. Я возьму на грех, но смысл. Я. Максим, я дыкла Марк. Марк! Ну ты граби. Что-то не шло. Вот суду. Дай, дай, дай-ка есть. Есть, 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 ага. Есть, аккуратненько. Стой. Ага, я прав. Не торопись. Аккуратненько. Я минчугу. Аккуратней. А, что ты ел? Я Макс, аж тебя толяк с вина. Пойду тебя нап. Иду тебя нап. Ел? Ну. Дай локу. Дай. Пуни напы. Пуни напком тебя вацат, ну форца. Ну ти дуди лангапы. Моя прапиде апа, аша, шкондулы. Максимку минчогу, я минчогу. Эй, стой, 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 стой. Уй, ты аша, маме цела душа есть, штуль ей, да? Да. Профессионал. Ай. Мой, мой это добрый. Да, да, не куц. Все, 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 все. Нижняя губа. Души до... А это аишку бука. Ай, души до друму. Души до друму нап. Души до друму нап. И микуц. Ну аша, и нап, цинь альбине. Цинь альбине шор. Де лэнгэ кап, де лэнгэ кап. Нче одну ларунка. Лпуе нап. Аша. Все, ласо. Ну что, ребятушки, на сегодня хватит. Получили мы удовольствие от пикника. Совместили с рыбалкой. С семьей не всегда так получается порыбачить, как хочется. Но по-любому успех был. Рыбку мы поймали. Оба моих детей смогли по пару там рыбешек потаскать. И даже жена. Мне повезло больше. На моей удочке клюнул самый крупный. Было еще немало мелочи. Не все снимал. Так как смысла нету все это показывать. Хотел показать вам наш отдых и рыбалку. Давайте я вам покажу нашего сегодняшнего сазанчика. Вот такой, ребятушки, сазанчик. Ну, где-то полторушка. Около того. И все, кстати, все карпы, которые сегодня клевали, все были дикими сазанами. Ни одного обычного карпа, ну, искусственно выведенный. Все, как в моем детстве. Такие длинные, красивые рыбешки. Все пузатые, все с икрой. Карасики особо нечего показывать.
Вот такие малюсенькие карасики тут. Пока крупного не получилось найти. Взял для одной сковороды там несколько карасиков. Они, такое ощущение, что уже без икры. Все такие какие-то худые. Сазанчик, я не думаю, что самка, больше похожа на самца. А вот те маленькие, что мы отпускали, те точно самки. Все такие пузатые. Но в то же время это сазанчики, не просто карп. Все, ребятушки, желаю вам много здоровья и не хвоста, не шуи. Кстати, ссылка на магазин Mass Market, откуда я в последнее время покупаю свои снасти, будет в описании. Заходите, у них есть сайт и все, и цены отличные. Все, всем много здоровья и не хвоста, не шуи на следующих рыбалках. Мы домой. Пока-пока. Рыбак следующий. Работаем с первыми двумя, а он на очереди. Да, Маркуша, карасик и карпуша наш. Будем рыбку кушать. Давайте, доставайте. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, ай, кто первый? Давайте. Последний раз на сегодня. Давай, 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 давай. Траджин сус шпилму ротешти. Рдикый вырфан сус шротешти. Траджик греутатя смешти депифун. Даша, поднимите груз со дна, потом мотайте. Давай, 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 Матео. Потом купим полегче удочки. Дай помогу. Давай, крути. Ну. Те я достану. Те не, нежные, не надо. Давай, давай, Матео. Давай, 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 давай. Собак на пол. Ну.